выросли. Исправили, да. Дай сравнить. Дурочка. Не с водой, конечно, но больше, чем были. Это их штырит, потому что я их выгуливала сегодня в большой террариум. Там, конечно, круто, но есть уязвимые места. Ну и, как всегда, собственно, пока Эсмеральда исследует местность, Зина тихонько жрет под шумок. Да, мы сделали им новые дырки, чтобы было больше воздуха.